Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать такой японский гаджет 1985 года, сделанный фирмой Casio, японская фирма, очень знаменитая. Это необычный гаджет, потому что серия была выпущена лимитированная. Это Casio зажигалка, Casio часы и Casio калькулятор, все в одном флаконе. Вот посмотрите, пожалуйста. Мне досталась эта Casio в идеальнейшем состоянии, как вы видите. Это очень редкий экземпляр, потому что он доходит до нашего времени, вот как его продавали в магазине. Вот с такой интересной бумажечкой. И вот посмотрите сам по себе вот этот гаджет. Смотрите, как сделано очень аккуратно, любовно. И это всего лишь 1985 год. В Советском Союзе, если бы кто-то владел таким гаджетом, это было бы, наверное, это было бы очень престижно и вообще, ну не знаю, предел мечтаний, наверное. Так, ну, как вы видите, вот до сих пор все работает, все прекрасно. Кстати, я вам нажму на эту, видите, и все работает, все замечательно работает, газ работает, идет эта зажигалочка, как я и говорил ранее. Вот как изначально с документами, как будто вот только все с магазина вышло, да, вот посмотрите, это вот технический паспорт, он даже не помят. Представляете, как он хранился хорошо, что он даже не помят. От него идет тоже какая-то бумажка, гарантийный талон. Это интересная вещь. Вот. Гарантийный талон. И тут должно быть, в общем-то, написано число продажи, но оно почему-то не указано. Хотя это, как мы видим, вот здесь, это было продано в Барселоне. Посмотрите, какой у него чехол. Чехол вообще из бархата. Он вообще как вот как новый. Вот сколько времени прошло. Представляете, какая интересная находка у меня. И сама коробочка. Коробочка тоже сохранилась. Вот иногда такие вот вещи доходят в первозданном состоянии. Но это бывает крайне редко. И это считается, как я вам хочу сказать, это считается очень хорошей находкой. И это эксклюзив. Ну, всего хорошего. Надеюсь, вам понравилось видео. Пока этот калькулятор у меня есть в наличии. Всем всего хорошего!